Принесла вашу блюзочку, принесла. Хотела на живую Кирюшечку, да думаю, вы не залюбите. Думала ли я, что в портнихе угожу? Ведь жизнь моя протекала совсем в других смыслах. Сначала акушерские курсы, потом госпиталь. Да ведь кому она тут нужна? Медицина-то моя! Нынче профессора и те цыганские хоры поступили. А иголкой я себя всегда прокормлю. Вот на днях сдала платьице. Пальчики оближешь. На аппендиците пуговица, на левой почке кант и вся брюшина в сборочку. Очень модно. Да и ваша блюзочка просто фантази. Купите себе шляпочку малюсенькую, так, чтоб только серое вещество мозга прикрывало. Сходите в Галилею, к Лафаету, там все есть. Разрешите присесть? Очень устала. По железе ехала. По щитовидной? Что вы путаете? По шанс-железе. Потом пересела на бульваре Капустин пешком, а потом на рояле села в автобус. Смотрю, этот, как его? Ну, полный такой. Да вы все равно не знаете. Здравствуйте, говорит Анна Степановна. Эдакий, здравствуйте, обхохочешься с ним. Но какой талантливый шельма. Ведь какие стихи пишет. Вот это вот, как его, Россия ты, Россия. Нет. Россия, родина моя. Родина моя, Россия. Ну да, у меня так не получится. Ой. Очень талантливый черт. Сковырял из хлебного мякиша уточку. Слепил, в умывальник запустил, дует, а она плывет. Ведь как? Какой талантливый черт. Уж этаки не пропадет. Вот этаки, если заставит женщину страдать, так оно того стоит. Поясок широк вышел? А так я там две пуговки пришила. А куда хотите, туда и перестегните. Хотите на печенку, хотите на селезенку. Одно модно, и так, и так. Была в кинематографе. Очень это дело люблю. Все какие-то их бега показывают. На груди у них номера нашиты, коленки голые и бегут. Куда бегут? Хочешь с ними? Завтра опять пойду. Флегматичку один прислал. Сказал, что заедет. Очень культурный тип. Очень. Я, говорит, Анна Степановна, вашего языка боюсь. Он, говорит, у вас как шило. Что хочешь, то и пришило. А какой аккуратный. Спать, говорит, надо 8 часов. Все посчитает. И какие часы за неделю не доспал, то в субботу доспит. Все сразу. Очень культурный тип. Очень. Ну, до меня таким не проймешь. И не таких отшивала. Был у нас... В лазарете фельдшер, Петр Иванович звали. Это вот, кажется, Евгением зовут. Ну,
Ну, да все одно похоже. Так он мне как-то говорит. Что это вы, Светоносова, как вяленая муха, ползаете? А я ему. Вяленая, да не с тобой. Он аж удивился. Вот, говорит, отбрила, так отбрила. Другая 3 года думать будет, такого не придумает. А мне-то что, развернулась и пошла. О, боже мой, я же забыла. Мама просила передать это. Ну, как ее? Ну, вот это у которой. Ну, у которой муж. Ну, у которой муж еще это, ну... Ну-ка, у них еще там напротив было, ну, этого, ну... Ну, там еще такой жилец полный был, ну... Ну, то ли сват, то ли Кумовой с воящимся вторым браком. А что, передать? То ли кто-то приедет, то ли вы кому-то... То ли написать что-то. Ну, да вы разберетесь. Фамилию? Бог с вами. Фамилию. Где же ее упомнить-то? А вот когда не надо, тут как тут. Вот на днях. Хожу и целый день твержу. Анна Степановна, Анна Степановна. Анна Степановна, Анна Степановна, Анна Степановна, Анна Степановна. Что думаю за Анна Степановна? Только к вечеру догадалась, что это я свое собственное имя талдычу весь день. Ох, заслушаешься вас и не уйдешь. А резервуар